Приветищи! Да, ферма слаймов есть. Вы так хотели, много писали комментариев, ставили лайки, пожалуйста. Эй, голодное поволжье у меня тут, почему оно голодное? У меня же там запас еды у них есть. Есть морковочки, кушают они у меня. Так, значит, по поводу игрушек. Да, очень много комментариев было, что ночник нужно затолкать нашим фосфорным друзьям. Сейчас пойдем отнесем им, посмотрим, будут ли они играть. Ребят, держите. Ой-ой-ой, только радиации меня не заразите. Так, ну, не знаю, наверное, они будут им играться. Надеюсь, они не поплавятся от света ночника. И все будет хорошо. Кстати, смотри, как они к нему прилипли. Просто, по-моему, он им понравился. Хорошо, с ночником мы разобрались, а с украшениями тогда что делать? Мне кто-то писал, что в слаймопедии есть все про игрушки, но на самом деле здесь ничего нету, я все пролистал. Ни одной заметочки про игрушки, про украшения, вообще ничего. Поэтому мне нужна ваша помощь. Что делать с украшениями? Вот. Также вы в комментариях написали, что... Зачем ты все скидываешь в эти хранилища? Скидывай в лабораторию. Да, вот сейчас-то я и понимаю, для чего здесь вот эта штука-то есть. Вот это вот все. Все, наконец-то, спасибо за этот комментарий. Так что я теперь все буду скидывать сюда. А хранилище в топку. Надо его убрать и построить здесь что-нибудь крутое. Первое хранилище уничтожить. О, второе хранилище уничтожить. И последнее осталось. Сейчас мы его тоже грохнем. Уничтожить. Ну все. Прям как камень с души. Спасибо за этот комментарий. Я бы еще, наверное, долго хранилище строил. Божечки, охотник голодный, надо его покормить. Пойду-ка за курицей. Пупсик, пупсик, держи, я принес тебе. Кушай, кушай. Наслаждайся. И вот твой любимый кукурикон еще. Пожалуйста. Ну, а раз у нас в лаборатории освободилось местечко, предлагаю здесь построить ферму. Для чудного лука. Надо же его куда-то посадить. Так, значит... Земельный участок, покупаем. Что мы там еще можем сделать? Давай для этого чудного лука сделаем чернозем. Поливное устройство купим. Ну и, конечно, слайма пугалого тоже влепим. Посмотрим, что это. О, смотри. Райский уголек для чудного лука. Так, давай посадим его сюда. Вот сюда же его втыкать надо, да? Во, растет. Ну все, чудной лук у меня теперь имеется. Надеюсь, его здесь будет много. О, ты посмотри, как он быстро растет. Подожди, а при чем здесь морковка? Он что, вместе с морковкой растет? Капец. Вот дела. Пугало. Надеюсь, ты будешь отпугивать. Ну-ка, проверим. О, работает. Отлично. Знаешь, я еще ни разу не обходил кругом свою лабораторию. Пойдем посмотрим, что у нее сзади. Опачки. А здесь у нас сюрприз. Открываем. Ну и что же там? Что же там? Это что? Глубинный соляной раствор, который я так долго искал и который я еще не копал. Ой, это что, это странный бриллиант? Ничего ж себе. Вот это круто. Да, глубинный соляной раствор. Бум-бум-бум-бум-бум. Опачки, а у меня уже тут все созрело. Вот эта скорость. Вот что делает удобрение и поливка. Собираем. Ну все, теперь я настоящий агроном. Посмотрим, что у нас можно проапгрейдить еще и дома. Ага, обновление арки за 3000, давай купим. Цветность, хлопушка и картечь. Ну давай за 3500 купим. Магазин игрушек для слаймов. О, мне это срочно нужно, 4000 стоит. Надо поднакопить. Так, а где какая арка-то? О, смотри, реально арка появилась, вот она. А там что-то будет светиться, нет? Опачки, вон высвечивается. Ну прикольно, у меня здесь даже ворота есть. Интересно, я их закрывать могу? Здесь есть какой-нибудь рубильник? Нет, ничего не могу. Ну ладно, круто, круто. У нас здесь есть еще одно местечко, которое мы не прикупили. И нужно бы его приобрести, а то как-то не гоже. Я уже почти все открыл, все купил, а вот это вот местечко еще нет. Это место называется Грот. Темная и мрачная пещера над уровнем моря. Ну что ж, давай купим, тем более она стоит всего 1795 монет. Так, купили и посмотрим, что же у нас тут скрывается в этом темном гроте. О, а тут прикольно, слушай. Есть у нас здесь телепортик небольшой, который непонятно пока куда телепортирует. Пойдем дальше, пройдем. Вот у нас площадочки. Здесь можно... А, так это, наверное, место больше предназначено для фосфорных слаймов. Точно, здесь же нет солнца. Блин, и местечко. Капает водичка. Очень сыро, темно и реально мрачно. К телепортации готов. Вжух. Ага, морковочку собираем. Это все нам пригодится, чтобы накормить Гордо.
Сейчас пробегусь еще по острову, соберу все тут объедки. Терзают смутные сомнения. А что, если я попробую покормить его через пукан? Ну-ка. Нет, пукан не принимает пищу. Ладно, эксперимент провалился. Ну что ж, вот мы и добрались до этого кристального города. Я принес его любимую пищу, это чудной лук. Сейчас мы тебя закормим. Надеюсь, мне хватит морковки и чудного лука. Значит так, с кристалловым городом произошел фейл, у меня на камере закончилась пленка, и в общем, ну да, я же старый дед, я записываю еще на кассетную камеру, где есть пленка, и она может кончиться, вот. В общем, там был ключик, я его использовал и открыл врата в одно крутое место. Воу, 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 тихо-тихо, не бомби. Это, не мешай мне давать интервью, так, иди вон искупайся, и ты тоже иди искупайся, не мешайте мне, пожалуйста, вот. В общем, нам осталось в этой карте закормить последнего города. И это вот этот вот города. Он нам должен дать последний ключ в этой локации, который приведет нас вот сюда. Ну что ж, приступим. Пойдем попробуем его закормить. Правда, нужно будет убрать его охранников. Сейчас мы туда залетим так аккуратненько. Ну-ка, 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 ну-ка. На грибок залететь хочу. Не получилось. Ладно, сейчас попробуем по-другому. Не смотрите на меня так. Вот. Надеюсь, что отсюда я смогу его покормить. Блин, как они высоко прыгают. Конечно, по-хорошему их нужно было накормить, но мне что-то так лень их кормить, у меня и так мало куриц. Ну что, Гордо, давай приступим к твоей мясной диете. Лови! Так, вроде ест. Такое ощущение, что курицы сквозь него просто пролетают. Хомяч, хомяч! Ну же! Ты должен уже бомбануть. Сейчас бомбанет. О-о-о! Так, а ключик? Есть ключик! Ништяк, и смотри, сколько невидимых слаймов, надо их всех собрать. Всех-всех-всех-всех собираем, потому что у меня их мало. Есть, целых 7 штук, обалдеть. Взрываем ящики. Что у нас здесь? Ну, здесь это обычные. А здесь... О-о-о, тихо-тихо-тихо, ящик, не падай. А здесь... О-о-о! Нифига себе, забираю все ресурсы, но это у меня есть. Королевское желе, офигеть. Ну вот мы почти дошли до двери. Вон они. Сейчас мы используем наш ключик, который только что добыли из охотничьего города. И... Открывайся. Последняя дверка. И она открыта. Что же там? Воу. Ого. Что это за развалины? Что это такое вообще? Нифига себе. Каменные слаймы. Погоди, погоди, погоди. О, нифига себе, какая крутая штука. Это храм слаймов. Нифига себе, куда это я пришел? О, я могу собрать вот этот плорт? А, нет, не могу. Он там крепко сидит. Нифига себе. Смотри, какой там светящийся слайм. Блин, круто. Такая огромная дверь, я таких еще никогда не видел. Знаешь, это похоже на перчатку Таноса. Собери все кристаллы, и ты сможешь завладеть всем миром. Хо-хо-хо-хо-хо. И тут злодейский смех, типа. Блин. Я понял, смотри, там вон светится розовый плорт. Он уже стоит здесь. То есть мне нужно собрать все плорты, точнее, все цвета плортов, и вставить их. Вот сюда, например, нужно лавовый плорт вставить. Вот сюда, например, нужно... Синий плорт, это у нас, наверное, горных скалистых слаймов. Сюда нужно вставить плорт. Все, я понял. Так, короче, все, быстренько, быстренько. Я сейчас быстренько домой метнусь и соберу все плорты, всех цветов. Итак, мы вновь вернулись с тобой в храм слаймов. Я принес с собой парочку плортов, и мы сейчас попробуем их вставить в пазы. Первый плорт, это мяуровый плорт. Нужно его вставить вот сюда, по-моему. Нет, не так-то все просто, оказывается. Ладно, попробуем с другого. Красный лавовый я не взял. Медовый я не брал. Зелененький есть. Есть, сейчас попробуем зелененький. Давай зелененький запульнем. Ой, дубль 2. Есть! И кто-то пропел. Смотри, зеленый там загорелся. Круто. Так, у меня еще фосфорный. Есть, может, фосфорный сюда надо вставить. Фосфорный сюда подходил. Где здесь у нас скалистый и миуровый? Где вы, статуэтки? Вон миуровый, миуровый, я тебя вижу. Уши торчат. Сейчас мы к нему доберемся. Вот он. Спрятался. Так, миуровый, держи.
Блин, ну реально, как перчатка Таноса, смотри, как она светится. Это окантовка ворот. Они там еще сверкают и испускают такие зеленые лучи и фиолетовые лучи. Блин, ну какая же красота. У меня еще скалистый плорт есть. Куда его? Вон он. Вот сюда скалистый плорт нужно будет. Вставляем. Итак, я вставил два последних плорта. В медовый и в лавовый. И смотри, как все засияло. Как все засветилось. Боже мой, какая красота. Полетели туда скорее. Посмотрим, что же произойдет. Вау! Боже мой! Ни одна дверь еще так круто не открывалась. Спасибо, это типа фанфары были. Можно входить, да? Можно? Спасибо. Спасибо. Древние руины! Назад в прошлое. Все, что потеряно, рано или поздно будет найдено и снова потеряно. Воу-воу-воу, ребятки, привет! Привет! Как же круто, я открыл руины! Ну-ка, что это у нас там булькает? Ого, это что, типа канализация, что ли? Смотри, какая странная штука. Нажмите Е, чтобы активировать. Ну что, ребятки, нажмем? Нажмем, но нажмем в следующей серии. А пока мне нужно передохнуть, потому что уже 6 вечера, нужно покушать, еще слаймиков покормить. Так что приключения приключениями, а ужинать и кормить слаймиков по расписанию. Вот, если тебе понравилось, то есть тебя лайкосик, пиши комментарий под видео о том, что делать мне с украшениями. И не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписан. Все, всем удачки, пока и до нового видосика.